Самая страшная дорога Южного Казахстана. Курабайтал, Чиумберде. Вот развилка. Налево Алма-Ата, направо Чу. Поехали. Сразу от Курабайтала старый асфальт. Пока признаков ремонта не наблюдается. Первый объезд в 5 километрах от Курабайтала. Строят мост. Объезд достаточно большой и достаточно паршивый. Зато сразу после объезда идет старенький, но весьма приличный асфальт. Старый приличный асфальт как-то быстро сошел на нет. И вот уже больше едешь по обочине, чем по самой дороге. 15 километров беспрерывный участок нового готового асфальта. И вот большой объезд. Ну, тут видно, что мост строят. Да, это участок пересечения трассы с железной дорогой. Вот строится новый мост. А вот сам железнодорожный переезд. Этот мост примерно в 40 километрах от Курабайтала. Вот объезд заканчивается. Довольно длинный был. И снова выходим на дорогу. Здесь дорога тоже готова. Посмотрим этот кусок насколько. Новый асфальт идет беспрерывно уже 25 километров. Здесь изгибы дороги, стояли знаки ограничения скорости. Вот. Но качество асфальта высокое. Камни, правда, валяются почему-то на дороге, откуда-то берутся, не знаю. И вот снова объезд. То есть еще один кусок, 25 километров беспрерывный объезд. Посмотрим, что дальше. Только что разминулся с патрульной машиной. Видать, такие участки, где обгон запрещен, и объезд, они тут патрулируют. 80 километров от Курабайтала. Вот строится мост через железную дорогу. Да он уже, наверное, почти готов. И идет объезд еще очередной. Вот старый мост через железную дорогу, а рядом новенький, построенный. Там уже асфальт лежит, скоро его запустят. Вот 90 километров я проехал от Курабайтала, треть пути до Мерке. 20 километров плохой дороги, остальные 70 километров прекрасный новый асфальт. Мало то, что здесь машины ездят, тут еще и корабли плавают. Мубарак. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые и интересные ролики.